Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, откройте наборы карточек. Это мы сделали. Потратить еду. Совершить сделку. Так, баксы на доисторический парк. 2% всего? Не, не хочу. А вот это вот можно поменять. Так, здесь у нас несокрушимость. В принципе, можно. В принципе, можно. Так, здесь у нас спрос. 21 карточка у меня. Ну, за 40 ДНК, я думаю, что это слишком дешево. Так, 7 миллионов еды на ветровую турбину. Нет, перебьемся. Так, здесь у нас монеты на ДНК. Тоже перебьемся. Короче, тут ничего больше не хочу менять. Посмотрим, что у нас здесь. Что у нас тут? А тут у нас есть кулаз... Во! Капразуха можно, в принципе, да? Капразуха, вот. Или Афиакадона. Хотя Афиакадона лучше нам прокачивать самим. Пирораптор нам пригодится. Кетсу. Вот Кетсу, да. Поменяем, наверное, на баксы. Две штучки. Слушай, 50 долларов. Неплохо. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут по украшениям. Арка в стиле модерн. 7%. Нет, это я... пожалуй-ка оставлю. Моды. У нас очень много всякой ерунды. Вот, например, вот эти вот. Можно поменять на очки доверий. Все поменяем. Мало. Что-то вообще какие-то крохи выдают. Слушай, а на что можно монеты поменять? Ну-ка, например, на моды. Какие моды? Восстанавливают всем раненым союзникам 25% от их максимального запаса ОЗ. Сколько проб... Слушай, давай купим себе легендарную, ребята, мод. Здесь забираем теперь награду. Так, использовать ускорение, собрать 3 мода. Погнали, будем собирать моды. Я думаю, наверное, за... Нет, за еду не будем, за деньги. Нам всего 2 мода нужно найти, и все, ребята, и задание будет выполнено. Так, здесь мы находим с тобой бодрость. А здесь нам выпадает отвлечение. Так, забираем награды. Что у нас дальше? Примите в ПВПшке, используйте ускорение. Ускорение я сейчас в данный момент использовать не смогу, к сожалению. Кстати, давай посмотрим, что у нас тут. 5 дней, 10 часов, 20 часов, 1 день. Да. Здесь 3 часа. Ну-ка, давай попробуем, может быть, получится. Вау. Слушай-ка, ну это же круто. Друзья мои, спиннер-раптор. Вот так вот он выглядит. На 30 уровне. Прокачиваем. Зашибись. Так, слушай, а он у нас с кем делается? Гибридом. Он у нас с капразухом. А, нет. Это нужен спиннер... Подожди, я не понял. Спиннер-раптор, прокачанный до 40 уровня. Если есть ДНК на капразуха, он делается спинотазухом. Вот оно что. Понял, будем знать. Так, что еще? Тут у нас использовать 3 ускорения. Ну что, остаются нам ПВПшки и канезойская эра. Так, а теперь давай посмотрим, что у нас тут по событиям. Эволюционная борьба, защитите свою территорию и дрожь земли. Так, друзья мои, наверное, будем за ДНК драться, наверное. Твою налево, ты посмотри, кого они дают. Слушай, а есть что-нибудь попроще? Например, защитите свою территорию. А что это такое? Метриофодон. Ничего себе. Жесткий типок. А что там за награды у него? Слушай, награды в принципе хороши. Может быть, попробовать, а? Давай рискнем. Поехали. Так, значит, Метриофодон. Здесь мы возьмем, наверное,
У архозавра? Ух ты, ну нундагозавр 40 уровня. Ничего себе он тут разжился. Так, я возьму Эдиоморфодона, а против Птерокецеля надо брать Апатозавра. Мне, ребята, что-то подсказывает, будет сейчас жесткая битва. О, нифига себе, у него тоже пятихатка. Начнем с атаки. Допустим. Что-то как-то громко. Так, а он ничего не стал делать, а почему? Ну-ка проверим. Ах ты, жук ты навозный. Он меняет. Он берет нундагозавра и атакует. Так, а если мы с тобой возьмем Эдиоморфодона, например, и сделаем вот так. Отлично, просто красота. Ну, мне кажется, он сейчас мне Эдиоморфодона уничтожит. Скорее всего. Да, ребята. Ну что же. Раз-два. Раз-два. До свидания. Так, и остается Птерокецель. Жизни, конечно, у него дофигища. Но атака очень слабая. Так что, ребята, есть шанс его сейчас пробить. Блин, пробить. Ладно, рискнем. Отлично, ребята, все. Выиграли мы здесь. Честно говоря, я думал, что мы проиграем на самом деле. Думал, а вдруг не пробьем его. Но, видишь, все получилось у нас отлично. Анкилозавр, да вы откуда таких берете-то, ё-моё, индоминус. Это ужас, это, ребята, просто ужас. Короче, против Зухариптора берем анкилодока. Против анкилозавра я, наверное, возьму спинораптора. А против индоминуса мне, наверное, придется брать нундагозавра. Ох, как сейчас будет трешово, друзья мои. Я боюсь, мы анкилозавра потеряем очень быстро, потому что он вызовет индоминуса. Он вызовет индоминуса, скорее всего. Поэтому нам надо немножко поменять. Вот так мы сделаем. Поехали. Если он будет вызывать индоминуса, мы... Кто-то, кстати, меня все время в комментариях поправляет. Рэй, не индоминус, а индоминус. По-моему, так вот. Или индоминус. На О ударение, да? Так, ладно. На О, на Ж, на Ф. Будем бомбить. Да, Зухариптор, конечно, мощный. 23 уровень. Если он сейчас... Ой, ну да. Ты посмотри, сколько у него атаки, ребята. 1400... Давай я возьму вот так, к примеру. Он же ведь не будет атаковать нас, да? Или будет? Он сейчас возьмет Зухариптора обратно. Твою-то налево. И две атаки... Нет, смотри-ка, не стал ничего прописывать. Раз, два, три. Я рискую. Ну ладно. Все равно будет меняться. По-моему, сейчас, да, ребята, убивает. Убивает мне анкилодока, к сожалению. Он же все, по-моему, потратил, да? По-моему, он все потратил. Раз, два, три. Ох, что же мне взять? Возьму защиту. Возьму, друзья, защиту. 722. Да куда нафиг, а? Не, ну, в принципе, если мы возьмем... Опа. Опачки. Вот так, друзья. Вот так.
Неужели сфейлимся, а? Такой шанс есть тут сфейлиться на самом-то деле. Все, нам крышка. Оу, нет. Друзья мои, ну все. Тогда мы выиграли. Твою налево. Я думал, все, сфейлимся, сейчас прокусит. Не зря я его прокачивал. Красавчик. Помог мне в этом поединке сегодня. Молодец. Так, ну что, друзья мои, последний бой у нас. Это кто? Кто? Откуда такие? Ну ладно, Горгазуха мы уже видели. Бажегерпитон. Это какой еще Бажегерпитон? Кстати, здесь нам нужно брать летунов. Чисто летунов. Ну и можно вот еще его взять. 127. Может быть, нам взять лучше топиелозавра? М? Давай, наверное, возьмем топиелозавра здесь. Ох, друзья мои, вот это жесть, конечно. Так, 300. Ты посмотри, какой, нифига себе. Крокодильчик. Ну, я атаковать буду сразу же, наверное. Птеродактиль у нас. Ну, он выдержит. Два удара он выдержит. Еще творит. Тын-тын-тын. Вот знать бы, будет он брать защиту. Будет, значит, не зря. Не зря мы с тобой потратили. О, ну Дагазук вообще меньше бьет. 298. По-моему, ему, ребята, крышка. Да-да-да-да. И Горгазух. Ну, этого чуть-чуть побольше. Атака 308. Так, Эдиоморфодон. Добро пожаловать. Разберитесь, пожалуйста, вот с этим вот охламончиком. Все, ребята, мы защитили свою территорию. И, как по мне, так очень даже хорошо. Дайте, пожалуйста, мне за это легендарную карту. Пожалуйста, ну пожалуйста. Окей, ребята, у меня уже их, по-моему, 4 или 5 штук, прикинь, насобирали мы с тобой. Так, хорошо. Отправим Оуэна пока. Здесь заберем награду. Так, еще что-то у нас тут. Смотрим дальше. А тут без ограничений, да? Любое животное гибриды. То есть ты хочешь сказать, что здесь я только должен гибридами играть, что ли? Блин, прикинь, на 30 уровне у него почти на 1000 больше здоровья. Как тебе такой расклад? Ладно, с этим я не буду здесь, наверное, соревноваться. Ну, вот здесь, скорее всего, поиграю. Скафагнат, Унайринг и Пеликактиль. Два летуна и плюс травоядник. Блин, а у меня даже этих нету, да? Нет, есть один травоядник. Ладно, возьмем его. Плюс Таниколагрус и Унайзавр. Поехали. Я прохожу это событие для того, чтобы получить побольше очков доверий. Так, ну что, я думаю, надо атаковать здесь. Ну что ты сделаешь, Скафагнатик? Атака у тебя слабенькая. Но он все-таки решил, да? Ладно. Так, и вот так сделаем. Так, Унайринг. Кстати, у него так и не так уж и много. Скорее всего, мы его сейчас забомбим. 1000 хп у него. Вот таким вот образом. Ну и остается Пеликактиль. У него тоже, ребята, атака очень слабая. Но завалил все-таки, да? Ладно. Завершаем этот поединок.
1-0 в нашу пользу пока. Давай-ка посмотрим, что у нас дальше. Остопозавр, 3 штуки. Значит, берем птеродактиля, эдиморфодона и птеронадона. Они как раз должны все втроем нахрапом, так сказать, уничтожить этих амфибий. Естественно, меняться ему нет смысла, потому что они все одной стихии. Только единственная разница в уровне. Отжук. Ну, что ты там прыгаешь, кузнечик? Раз, раз, раз. Гуляй. Так, выходит второй. Не получилось, да, пробить? Обидно, наверное, чувачку. Так, 1200. Вот так вот на всякий случай возьмем. Отжук, а? Все-таки поставил блокировку. Ну ладно. Напросился, короче, на неприятности паренек, по-моему. Раз. Так, он же все сливал, по-моему, все. Раз, два, раз. Два. Почему-то эдиморфодон будет посильнее именно в атаке, чем птеродактиль. Ну и все, вот и доигрался. До свидания. Все, идеально, ребята. Ну что, двигаемся дальше. У нас последний поединочек, смотрим. Димитродон, Спинораптор и Димитрокарнус. Ничего себе, Димитрокантрус. Откуда таких вообще берут? И, кстати, тут все три хищника, поэтому нам необходим нондагозавр. Поехали. Тут дело принципа, надо валить их всех. Ну что, нондагозавр, давай начнем с атаки. Будет он сейчас меняться на кого-то или нет? Я знаю, что он там взял. Две защиты. Я уже понял его. Угу. Значит так. Раз, два, три. Раз, раз. Хорошо. Так, Спинораптор. Ничего у тебя не получится. Одно очко действия оставил, да, на всякий случай. Значит, 1500 хп. Давай вот так сделаем. Все, и вот он выходит. Димитрокарнус. Такой вот ящер. Так, я, наверное, все-таки рискну. Ага. Прикрылся. Ну что же, конечно, он сейчас мне, ребята, уничтожит нондагозавра. Тут бесспорно. Ну, у меня же есть еще диплотатор, который не прочь полакомиться этим самым Димитрокарнусом. Вот и все. Событие, ребята, еще одно пройдено. Так, ДНК, еда, фигура тиранозавра и нондазух. Плюс, сколько там? 260 очков доверий. Круто. Здесь заберем наши награды. Блин, ну, ребят, ну нет смысла. Что это такое? Вдвое больше динозавров. Я этого события и не помню, ребята. И даже пак достанется. Или не достался пак, я что-то не понял. Вдвое больше динозавров.
Событие только для VIP. Так, нам нужно в кайнозойку сыграть, насколько я помню. Раз, два, три. Сейчас сыграем в кайнозойку и пойдем, наверное, на арену. Пещерники. Ой, как хорошо пещерники-то попали. Сейчас Уртинотериум будет веселиться, наверное. Хотя веселье тут, ребята, неуместно. Так, посмотрим. Ты смотри, что делает, а? Вот жук. Так, он ничего не стал делать. Хорошо, проверим. Блин. Все, по-моему, кранты моему Уртинотериуму. Да. Жестко. А вот как мне теперь по ногту самих бомбить, скажите мне на милость. Как мне их бомбить? Так, это кто у нас? Эндрюсарх. Че, он на лени сейчас будет, наверное, меняться? А, нет, на оленя ему невыгодно. Так, ну что, я делаю, наверное, вот таким вот образом. И набираю очки, очки действий. Ну что ты? Так, все понятно, ребята, он сливается, короче, по полной программе. Значит так. Две атаки делаем. Две атаки. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Проверим, насколько этот олень крутой. А мне кажется, мы его сейчас разнесем в пух и прах. 58 к атаке, вы издеваетесь? Он даже пикнуть не успеет. Он даже пикнуть не успеет, мы его снесем. Ну все, олень, до свидания. Всего хорошего. Тыч. Упал. Ну что, друзья мои, выиграли мы с вами эту битву в кайнозойской эре. Приз любителя. Ну, что мне дадут? ДНК 750, слушай, неплохо. Так, и еще разочек мы с тобой крутанем и посмотрим, что нам здесь выпадет. 7500 монет. Окей. Так, ну что, нам нужно сразиться. Три ПВПшки. Это как раз у нас будет на арене. Блин, конечно, хотелось бы пройти, друзья мои, вот это вот событие, но нету больше у меня динозавров. Вот пойду сюда пытаться что-то сделать. Видишь, все мои мощные просто уже отыграли. Ну что, что не двигается-то, я пойму. О-о-о, что такое, что так лагает, я посмотри. Еле-еле. Так, я даже выйти не могу. Смотри. Так, ладно, перезайти, наверное. Или что, все, отошло? Не отошло, ребят. Как заходишь, смотри. Причем вот здесь все нормально работает, видишь? Как только я захожу в битву. Смотри. Ты посмотри, я ничего не могу сделать, друзья. Еле-еле, смотри. С чего вдруг такая фигня-то?
Эй. Ладно. Может быть, в первый раз просто так? Ну, раньше такого я не помню, чтобы было. Ты посмотри, еле двигается. Офигеть. Так, давай, продвигайся. О, раскочегарилась. Не знаю, ребята, в чем проблема была. Значит так, начнем, пожалуй. О, микропозаврик у нас тут есть. Вот начнем микропозавр. Дальше мы с тобой возьмем кетсу. И, наверное, нужно взять одного хищника. Велосираптора возьмем. Ох, давай-ка глянем, кого нам тут предоставят. Топижера, Колобуринг и Лимносцелис. Самый первый поединок, и он самый простой. Ну, что тут я смогу сказать? Меняемся? Берем с тобой велосираптора и... Топижара, тебе все равно не выжить. Он защиту взял, да? Нет? А, он же первого уровня. И здесь первого уровня. Ну, тут шестого. По-моему, шансов тут выжить вообще нету. Да, четыре. Четыре очка 10. Даже если он все потратит, это ему не поможет. Вообще никак. Меняет. Берет Лимносцелиса. Этот, конечно, имеет классовое преимущество, но не на данном уровне. Ну что, давим? Так, ну и обратно Колобуринг возвращается к нам. Давай, что там кричишь? Что ругаешься? Жалко, здесь нельзя ускориться, слишком долго. Выжидаем. Да-да-да-да-да. Все, ребят, завалили мы его. Отлично. И двигаемся дальше. Молодец. Велоцираптор мод 2. Так, мы переходим сразу же в добытчики. Даже практически чуть следующую лигу не перепрыгнули. Так, ну давай. Дайте мне пак. Нет, мне, как всегда, ребят, кусок мяса дают. Блин, ты же опять сейчас, да? Я не знаю, почему, ребята, так вот происходит все. Но мне вот это вот... Я не могу прокрутить. Я как бы делаю прокручивание, но видишь, оно еле-еле-еле стоит. Так вообще, как будто вот здесь вот... Именно вот все мои динозавры, которые идут с таймингом, именно из-за этого что-то мешает. Ну, что-то как бы замедляет. Видишь, игра аж подвисает, бедная там. Вся. Теперь я даже не могу передвинуть ничего, прикинь. Вот я беру, и оно не передвигается. Во-во-во-во, только раскочегаривается. И сколько мне так придется делать? Это так каждый раз? Что ли, надо будет? Получается, что каждый раз. Ну что, берем, значит, кулазуха. Возьму деплотатор и возьму тиранозавра. Поехали. Не, ребят, если на третьем поединке такая же фигня будет еле-еле двигаться, мы, наверное, все-таки закончим тогда сегодняшнюю серию. Но это не дело. А Контостега, Нондагазавр и тиранозавр. Зашибись. Неожиданно, честно говоря. Неожиданно. Так, у Контостеги атака-то будет посерьезнее, чем у меня. Неужели крышка? Крышка, по-моему, да, ребят? Ну что, кулазок? Нам надо как-то, я не знаю, вырубать его. Слушай, блин, не хватит, наверное, мне кажется. Не пробьем, да? Твою налево.
А он пробьет нас? По-моему, это фейл. Да, друзья, по-моему, это фейл чистой воды. Так, добили Акантастегу. Сейчас этот Газавр, сколько у него там к атаке идет? 170, ну, в принципе, не так много, но, ребят, все равно неприятно. А он еще ничего не стал делать, да? Раз, два, три, четыре, пять. Да, но он сейчас меня нахлобучит вот этим же тиранозавром мод 2. Неудачный поединок вышел, конечно. Победил. Ну что же, друзья, мы с вами, в принципе, сделали все задания. Ну-ка, проверим. Да я вижу, ребят, как только захожу, вон, начинает уже лагать. Нет, это не дело. Это не дело, какое-то глючное событие на самом деле. Ладно, мы заберем награды и будем, наверное, закругляться на сегодня. Так, что у нас тут? Суперзавр. Суперзавр. Плюс 260 очков доверий. Плюс здесь ДНК. Отправим. Так, так. Закончено. Забрать. Здесь почему-то пак. Чего тут показывает? Здесь себе этот пак, ну, видно, был недоступен, да? Доведите 15 динозавров, а у меня всего лишь 8. Когда я их доведу, ума не приложу. Так, у нас же здесь есть кто-то? Не здесь, а... Тут-то нету никого. Зашибись. Ну что, давай посмотрим, кто у нас там хочет. Тиранозавр. Ну что, будем тиранозавра дальше улучшать? Давай, наверное, будем. Сделаем его до 40 уровня и будем уже нормально себе отдыхать, ждать что-нибудь другое. Так что, друзья мои, на этом я, пожалуй, буду. Кстати, вон, смотри, тиранодона тоже можно прокачать. Птеранодона тоже можно прокачать. Топиелозавра бы вот еще вывести. Слушай, ну лучше, наверное, анкилодока. Давай анкилодока закажем. А, он же здесь должен вводиться. Видишь, что-то подлагивает очень сильно. Да, ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.